А теперь обращаюсь конкретно к блондинкам. Девочки, вы когда давно вообще заходили на московские рынки? Если вы все-таки на рынке ходите, значит, следующая восточная сказка для вас должна быть близка особенно. Дэн Петров, Арсений Бородин, блестящие! Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой. Это называется секстет, когда на сцене 6 человек, вы не подумайте, чем. Вот так и получилось, когда наши ребята сплелись. Но, знаете, все эти восточные сказки, они могут об этом «Звездном доме» только мечтать, потому что там вообще очень строгие нравы, и у проекта у нашего очень строгие правила. А обсудить увиденное здесь было, что обсудить, честное слово. Вы можете прямо сейчас заходить в интернет на сайт fabrika.1tv.ru. Там мы встретимся. Реклама на первом. Thank you.